Вот это? Вверху. Вот это? Да. Вот. Вроде бы открылось, да? Да. Все, добрый день, да? Мир вам. С миром. Нормально меня слышно? Я хорошо слышу. Все хорошо, да? Да. У меня модем плохой, интернет может маленько зависать. Ну, у меня тоже что-то барахлит. Видишь, как не с первого раза включилось. У нас, как ваше здоровье? У нас все записывается, в интернет выставляется. Не против? Я не против, не против. Я слушаю, говори, пожалуйста. Как ваше здоровье? Слава Богу. Вопрос такой у меня. Я прочитала Евангелие, вот, еще раз, и, в общем, про десятину. Да. Ну вот, согласно вот все, что в Евангелии написанному, там вот нету такого определения, что ты должна платить там вот 10% вот этого денежного, как заработка своего. Там вот, ведь Иисус Христос сам же, Он же не платил десятину. Ну, нигде здесь не написано. Иисус не платил. Евангелие. Ну, смешно даже было бы. Иисус платил. Когда он ученики заходили, говорит, с кого берут, говорит, со своих или с чужих? Он говорит, с чужих. Ну, чтобы не было, говорит, говорено, иди. Он когда забросил удочку и поймал, то говорит, иди отдай. Как не платил-то, когда платил? Ну, это как было, как пожертвование, как вот от души такое вот то, что... Да вот, какое от души-то? Необходимо было сделать? 10% денежной зарплаты каждый месяц. Давайте договоримся так, что мы сами себя не сотворили, мы Божье творение. Ты с этим согласна? Это я согласна, конечно. По порядку. Если мы согласны, давай себя разберем. Он дал мне жизнь, дыхание, кровообращение, глаза, уши, руки. Мое, вот и ничего нету. И теперь он дает мне работу. Или что-то я работаю. А Златоуст говорит, почему Бога-то в соработники не берете, если землю он создал, поле сделал он, тяпка сделана из железа его, воздух его, солнце его. Почему Бога-то не берете в соработники? 100% его. А он только десятину просит. А разговор-то какой? Можешь не давать, то называться будешь вор, святотатец. Это нам не принадлежит. А мы начинаем считать десятину. Она не наша, она нам не принадлежала никогда. Бог ее приложил к нашим деньгам. Люди никак не могут понять это. Нам это не принадлежит. Ну, я вот не могу понять. Ладно, я вот читала, Авраам один раз заплатил только десятину. Авраам. Но. Вот. Но он же не каждый месяц ее платил. Правильно? И это как да бы он было... Он один раз воевал-то, один раз воевал-то. Поэтому Авраам заплатил. А народ-то израильский платил каждый раз. Ну давай, прочитаем. Слушай внимательно, я тебе буду считать. Подождите, я сейчас запишу, вот где. Вы мне говорите, давай, чтобы я потом сама давай, разобралась. Давай. Книга Тавита, 1 глава, 6 по 8 стих, 3 стиха. Угу. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю. Установлением вечным, с начатками, десятинами производения земли и начатками шерсти овец. Я отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений. То, что выросло на яблоне, там виноград, давал сынам Левиям, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и воздерживал ее в Иерусалиме. А третью давал, кому следовало, как заповедал мне Девора, мать отца моего, бабушка, когда я после отца моего остался сиротою. Что непонятно? Понятно. У них было как раньше. Это когда были продукты натуральные, виноград, там они что-то вырастили. Десятую часть натуральных своих продуктов. Деньги. Нигде не указано, что именно деньги давать. Да он и говорит, я продавал. Что, то ли не слышишь? Другую ну, сейчас я услышала. Продавал, продавал, а потом эти деньги хорошо раздавал. Ладно. Это было во времена, когда существовал ветхий вот этот закон, да, когда было обрезание. Вот сейчас же обрезание не применяют, а почему-то вот обрезание откинули. Да не откинули, а возвысили. С чего ты взяла, что откинули? Откуда ты это взяла слово-то откинули? Кто тебя так научил? Давай, открывай Колоссянам. Ну давайте, это где, какой? Все, где? Где? Стих какой. Ты не мудри давай, открывай, считать будем. У меня здесь я не могу трогать, я боюсь, собьется все. Колоссянам 2 глава.
11 стих. Ну, ты веришь, что апостол Павел был в Новом Завете? Елена? Ты не слышишь меня? У меня плохая связь. Ну, ты меня слышишь, нет? Вот сейчас маленько, да. К Колоссянам, 2 глава, 11 стих. 11 стих. 2 глава, 11 стих. Послание Павла к Колоссянам. Сейчас я перезвоню, что-то вы западаете, хорошо? Да нет, не надо, оно так и идет, лучше не будет. Слушай, да? В нем, во Христе, вы и обрезаны. Обрезанием нерукотворенным, это в новозаветней церкви. С совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении. Что непонятно? Угу. Теперь вместо обрезания – крещение. Это обрезание Христова называется. Угу. Как у нас нет? У нас есть обрезание. От грехов отрезал он нас. Еще какой вопрос? Это крещение. Да, правильно? Да, это новозаветнее обрезание. Это я понимаю, да. Так, ладно. В Новом Завете апостолы продавали все и приносили 10 десятин к ногам апостолов. Все имение. То, что им принадлежало. А одна десятина, она не наша, Божья. Открывай книгу Малахии, пророка. Понимаешь, что я тебе сказал сейчас? Книга пророка Малахии. Малахия, да, да. Да, вторая глава. Вторая глава. Да. Ну, может, я вижу, беру здесь, как у меня видно. Ну, давай открой третья глава. Третья глава с 7 стиха. Угу. По 10. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Нам надо обратиться к Богу или нет? Надо. Тогда, говорит, я к вам обращусь. А вы скажете, как нам обратиться? А Господь говорит дальше, можно ли человеку обкрадывать Бога? Не написано Ветхий Новый Завет. А почему? Потому что Он дал нам жизнь, землю, солнце, воду. А вы обкрадываете меня, говорит Господь. Скажите, а чем мы обкрадаем тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. Эта десятина, она нам не принадлежала ни одной минуты, никогда. Потому что Бог, Творец наш, дал нам работу, дал землю. Это все Его. И Он приложил десятину, чтобы мы были милостивые. Тут даже толковать не о чем. Он не говорит, меня обкрадывайте. А отношения Бога и человека остались прежние. Что ветки новые, это не имеет значения. Земля, солнце, то же самое. Это было для левитского народа сказано, чтобы левитов кормили. Правильно? Да правильно, да правильно. Но она десятина Божья. А Иисус Христос-то не был левитом. Сейчас давай договоримся. Бог имеет участие в нашем труде или нет, когда мы работаем? Ну, конечно. Во всем имеет участие. Мы идем мимо, и говорим, человек работает, мы поздоровались и говорим, с Богом. То есть ты не один работаешь с Богом. И эта десятина нам не принадлежит. Дальше разговаривать не надо. Нету церкви, подай нуждающимся. Она не наша десятина. Что тут толковать? Он говорит, меня обкрадывать. Он не говорит, что вы жадные, не хотите десятину отдать. А вы меня обкрадываете. Это моя десятина, Божья. И люди иногда всю жизнь обкрадывают. Мне это понятно было в первый день. Почему другим непонятно? А мне непонятно. Я понять не могу. Я теперь не могу понять, от каких доходов должны платить десятину? Вот, допустим, я мать шестерых детей, да? У тебя нету десятины, вот тебе не надо. Тебе не надо. Что? Нет, ну я не обкрадываю Бога. Нет, не обкрадываешь, у тебя нету. И ты бы работала, если работала. От трудов. Но ты должна знать, что если бы не Господь Бог, ты бы не зачала его и не родила. И поэтому я и дом мой будем служить Господу. Это дети-то не твои. Это мои дети, говорит Господь.
Вот тогда они будут настоящими детьми, а не хулиганами. Да. Это наследие Божие, так написано. Вот еще. 12. Давай-ка откроем. Ну, а вот если... Давай откроем сейчас. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Евангелие, так, какой стих? Матфея, 23 глава и 23 стих. Угу. Господь говорит, это уже не в Ветхом Завете, в Новом. Горе, ну, вам, новый, горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того десятину не оставлять. Что решили оставить? Когда Бог говорит не оставлять, ее никто не снимал, она была Божья, осталась Божья. Как тогда солнце Божье было обогревало, и сегодня земля, его вода, его тело мое ему принадлежит. И поэтому Бог участник. Десятая часть нам не принадлежит. Нам бы надо одну десятину отдавать, а девять платить. Девять Божьи. Но Бог сделал наоборот. И вам пускай девять, а мою отдайте мне. Верните назад. Угу. Ладно, я это все прочитаю, еще подумаю хорошо надо всем. Да тебе это потом будет думать, это... когда ты работала, не платила? Когда работала, ты на работе же ты работала когда-то? Конечно. Почему не платила? А я не знала об этом. Ну, я же в церковь не ходила. Ну, даже ты в церковь не знала. Ты признай сейчас, что десятина принадлежала Богу, и ты обокрала его, ты воровка. Ты сама себе должна сказать, я не знала закона, я воровала Божью десятину. Так а я и Бога не знала тогда, когда работала. Да это я не имеет значения. Это, Лена, послушай, знала ты, не знала, но земля Божья была, тело твое Богу принадлежало, воздух, солнце, все Божье. Даже ты не знала. Но ты же знала, что не ты воздух делаешь. Руки, ноги не сама ты себе сделала. Это-то можно было знать. Вот такое дело, дорогая. Почему? Мы считаем послание к римлянам. И как Бог сотворил мир... И люди видели этот мир невидимый, и познать должны были видимый мир невидимого Бога. И поэтому люди неизвинительны. Давай прочитаем это. Послание к римлянам. Первая глава. Давай считаем. Первая глава, 18 стих. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое несчастье неправды человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им красоту растений, деревьев, солнца. Кто сотворил все это? Ибо невидимое Его, то есть Бога мы не видим, вечная сила Его и Божество невидимое, но от создания мира через рассматривание творений видимо, видимо, что кто-то сотворил так премудро. Так что люди, они безответны. Но как познав Бога, они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И Господь говорит, предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что не сквернили сами свои тела. А про кого это говорится? Для тех, которые безбожники, для атеистов. Угу. Ладно. Теперь, ладно, с десятиной разобрали. Значит, проклят тот, кто не платит десятину и не будет благодати на нем? Проклят он, или проклятием как? Проклят. Как бы дважды проклят. Угу. Бог говорит это. Потому что ты, если бы соседа обворовывала, там, у курицы яички забирала, или там уголь таскала через забор, ты человека обкрадывала. А Бог говорит, меня обкрадывайте, меня, потому что это моя. Я у тебя взял, я обокрал тебя. А десятину не заплатил, я Бога обокрал. Что тут непонятно? Он говорит, меня обкрадываете, вы проклятый весь народ, весь Израиль. Вот проклята вся православная церковь, что не платит десятину, а торговли идут. А торговлю Христос выкинул, сатана все подменил. Десятину Божию не приняли, а торговлю дьявольскую загнали в храм. Что непонятно-то? Ладно, первый вопрос решен. Конечно. Спаси Христос. Аллилуйя. Это был первый вопрос мой. Я с ним все разбираюсь долго. Вот тут как-то сердце заболело по этому поводу. Вот десятина вот это. А вот второй вопрос тоже очень трудный у меня. Не знаю, как это решаемый, нет.
Вот, это про старобрачные, те, кто не жили как правильно изначально, которые Бога не знали, блудили там, ну, потом детей родили вот в таких браках, да, и потом вот эти дети, которые рожденные, они как в поругание теперь будут этим родителям. Нам двери открыты, двери райские на земле. Есть православная церковь, есть таинство, покаяние, крещение, причащение. Это таинство. Угу. И поэтому мы не должны мыслить по-другому. Святая православная церковь имеет Никео-Цареградский символ веры, верую, Святое Евангелие синодального перевода, синодального только перевода, который у нас есть. И поэтому открыл нам двери покаяния, и мы молимся. У нас есть священство, епископат, нам погибать никак нельзя. Никак. И поэтому, что было, как было, Господь говорит, я прощу и не вспомню, но только ты никогда уже этого не твори. А теперь твори дела благочестия, твори милостыню, молись, воспитывай детей в страхе Божьем, и все будут благословенны. Ну, значит, эти дети, они могут быть благословенны, да? Благословенны они, могут. Они, значит, все... Просто так же человек не рождается, все от Бога рождаются. Да, это милость Божья, он умер за нас, умер. Мы преступники, нас надо было убить. Возмездие за грех смерть. Римлянам 6:20. Это я знаю, это я все понимаю. А он умер за нас, и поэтому, Господи, слава Тебе, Ты мой грех понес на Себе. Он взял мой грех, и мой грех пригвоздил Его ко Христу. Мой грех, мой. Это я Его распял. Вот мы как должны понимать. И поэтому у Тебя будут слезы тогда. Пост и молитва. Сейчас Великий пост идет. Надо крепко подвязаться, поститься. Угу. Ладно. В общем, все в руках человеческих, в руках Божьих, но человеку нужно думать, что да. Как себя вести будешь, такое и благословение будет и на детях своих. Так, я хочу вам вопрос один задать. Можно? Ну, если не оскорбительный. Ну, а я откуда знаю-то? Может быть, я оскорбительный. Значит, у вас... Если нас обижать не написано... будете, без обиды можно. Да я не знаю, тут обижаться не на что. Можете это... Написано Кирилл Скриник. И там он как бы с кем-то разговаривает, и прям матерками. Это кто там пишет матерки? От имени Кирилла Скриника. Кирилл не может писать там. Но вот здесь, на вашем этом скайпе, там, когда он переговаривается с кем-то там, ну, не на скайпе, там где-то в другом ли месте, там где-то. И кто-то ему что-то говорит нехорошо, а он его матерками кроет. Прям матерками. Ну, он или не он, я же не знаю, я и спрашиваю. Может быть, у нас вообще, у нас месяц не было интернета, вообще не было. Мы вот только вышли. У нас, я не знаю, у нас канал Кирилла заблокировал, у нас кто-то взломал. Наш это было написано матерки, когда у вас он работал хорошо, нормально, в это время. Когда вы выставляли ролики, сами выставляли. Ну, я не знаю, но я такого за Кириллом, я проверяю. Он при мне ходит в компьютер. Без меня он туда не общается. Значит, Ирина, спроси его, скажи, Кирилл, ты делал это? А если не делал этого, сотри. Такую мерзость держать на своих ресурсах, зачем это? И кто это делал, где? Скажи, запечатай, в черный список занеси таких. Это где? Ну, я сейчас не знаю где, но я сам считал, сам. Просто открыл и там... Но я не знаю, потому что у них такие здесь вот школьники, одноклассники, они взламывают друг друга вот эти контакты, каналы, они там взламывают какой-то у них такой организованный круг. Нет, как попало, тут не взломаешь. Тут нет, у тебя сколько было. Взламывают они, да? Ну, кто-то может где-то, а так нет. Они именно заходят и говорят, когда его запечатаешь, ему надо снова где-то открывать свою страницу. Ну, они там такие, у них это, я вообще такие, я удивляюсь, они там что только не могут делать. Ничего они не могут делать. Взламывают, то другое, это разговор один. У меня сайт 5 лет, 6 лет, и никто не взломал ни разу. А на меня столько врагов. У нас аккаунт заблокирован, допустим, почему, на Ютубе. Почему? Я не знаю, что произошло там. Так вот, на Ютубе как раз и проверьте, там матерки были. Потому, может, и заблокировали. У вас сколько роликов было? Сколько роликов было? Да мы их не считали. Ну примерно сколько? 20-то было? Ну может быть. А у меня 6700. 6700. И когда кто-то на меня идет материться, я их всех удаляю.
прям матерят меня всяко. Но я его удаляю. А за нами-то еще другие смотрят. Если видят, что сам автор вашего ролика сквернословит, они должны какие-то меры принять. Я так полагаю только. Ты его спроси. Может, под его именем кто-то это делает? Я же не знаю. У меня был, он в лагере. Он мне очень нравится, Кирилл. Он со мной работал. Я ж тебе на него не жаловался. Так, нет? Нет, у нас просто строго, я все проверяю у него. Я проверяю все его общения, я все отслеживаю. Нет, не проверяешь ты все. Я видел это, и там стояло ни один, ни два дня. Через неделю смотрю, матерки так и стоят. И написано надо Кирилл посмотреть. Скриник, от имени Кирилла Скриника идут матерки. Я-то не знаю, может, подделка какая. Поэтому ему просто скажи, Кирилл, убери там это все. Ну, это серьезный вопрос. Конечно. Я это поговорю. Это ж не шутки. Ну, да, но я-то не один это видел. Мы все вместе тут и смотрим, и как же так-то. Я хотел тебе позвонить, да думаю, скажет, жалуется на моего ребенка. Я не стал звонить. Ну, я это все проверю, знаю. Ну, да. Вот мне это знать еще, где это, что это, откуда. Ну как, не болеешь сама-то? Как ты... Да, мы болели, тут вообще тяжело было. А что болеешь-то? Ну, по-женски. Вот пришла в консультацию, они мне сказали, нужно, чтобы это мужчины не хватает тебе. Я говорю, ну, грех, вот даже к медикам придешь, вот эти, они говорят, это нужен мужчина, вот. У меня врач говорит, посмотрел там что-то у меня и говорит, у вас нужно активную половую жизнь. Я матрас, ну, вот сказали, я матрас сразу с койки стащил на пол, раз половая на полу стал спать. Ну вот, они вот так вот говорят, я говорю, зачем вы мне это говорите? Я говорю, в церковь, я креститься собираюсь уже, у меня жизнь совершенно другая. Я говорю, на том свете не будет ни мужей, ни жен, все как ангелы будут. Я спросил Виктора Андреевича, я говорю, как тот мужик-то, который мне половую советовал? Он говорит, а его выгнали, говорит, с работы. Ну вот, вот мне то, что попало, советуют, знаете, вот так. Я внимание обращаю. Ну, и не стала я эти таблетки, какие выписали, пила, потом я их не стала, и таблетки пить, думаю, только как от них полнеешь. Я еще спрошу, вы с Сергеем-то парализованным встречаетесь, беседуете, переписываетесь, нет? Да что-то у нас испортились отношения. Как же так? Вот это да. Ну, не знаю. Да вы же его хвалили так. Нет, а я до сих пор его к нему... Он мне очень дорогой человек, я к нему отношусь. Так, а из-за чего? Но... Как случилось? Может, помочь надо как-то? А то я с ним переписываюсь, мы можем поговорить. Я вчера писала ему скайп. Мы вчера с ним переписывались. Я вот как раз, он мне про десятину, вот этот вопрос меня задел. Это же Сергей мне подлог, вот, ну, вот эту вот мысль. Ну, ты не работаешь, да. У тебя нет десятины-то. Но если работает человек, он должен платить, вопросов нет никаких. С пенсии надо платить, пенсия – это мой заработок. У нас тут Дмитрий, знаете, вот Кузнецов-то, я вот с ним общалась в последнее время. Да, да. Вот, христолюбец. Ну, да. Ну, вот все, он по Евангелию, он святых отцов начитывает, вот там много святых отцов изучает. Да. Ну, и вот там вот как раз тоже вот эту десятину затронули мы. Как-то мне прям как наболело на сердце. Вот, и против потом... десятины это воры, они воруют, им надо показать. А вор не говорит, что он своровал, а говорит, ты брал. Я их воров знаю. Это воры, которые против. Ну вот у Сергея, да, вот он вчера, я что-то, у Дмитрия у этого что-то с домом были проблемы, он мог на улице остаться, но там вроде ему помогут люди. А я к Сергею-то обратилась, я узнала, говорю, Сергей, а у Дмитрия такая, что там проблема, он же брат ваш. И он говорит, знаешь, Лена, а у меня самого тут проблемы, ему самому деньги нужны. В общем, что-то у Сергея тоже денежные затруднения сейчас, я так поняла. А что у Дмитрия-то, что у него там? Да у него там люди собрались, они все там, ну там дома. Но у вас все хорошо уже, вопрос решился. А я от Сергея-то, я думала, Сергей поможет, он же мне помог так хорошо с этим отоплением, вот этот ролик делал-то все. Я к нему так говорю, вот Дмитрий, он говорит, Лен, я сам не знаю, как мне деньги попросить, у меня сейчас такие проблемы у Сергея Козлова. Да. Он говорит, я не знаю, кому попросить, у кого сейчас сам денег. Вот, как бы, он не может, он же такой как-то, он попросить-то вообще не может. Сергей, он же не попросит никогда. Ну, у меня, допустим, кроме пенсии ни рубля ниоткуда нету. Ну вот какие-то такие.
такие вот я обращалась по финансовым, как бы, у нас такие были разговоры небольшие тоже вот, ну, ну, слава Богу за все, в общем, я думаю, наладится у Сергея тоже, дай Бог, чтобы... Там решил свои вот эти финансовые тоже. Ребятишки-то не болеют? Нет, нормально все. Ну, за все, слава Богу. Так. За все. Хорошо, вот. Слава Богу. Настя проснулась. О. Ладно. Ну, спаси Христос, спасибо за эти вопросы. Да. Спасибо за то, что вот эти второбрачные объяснили, могут наследовать тоже Царство Божие, да. Дети. И прокляты. Да, на нашем Ютубе все это увидишь. Ну ладно. Неделю еще полторы мы вот этот ролик-то уже выставим. Никогда только не бунтуй против поставленных роликов. Никогда. Вот бывает, поставишь с разрешения, а потом против. Я больше стараюсь с людьми с этими не встречаться. Это непорядочно. У нас хороший разговор, полезный для других. Мы не оскорбляли друг друга. Мы никого не судили. Почему мы должны прятаться? Ну все, выключайся, давай. О, да она видит меня, нет? Ну-ка, помахать. Вот. Вот ей будет 16 лет, мой подарок ей отдашь тогда. Сегодня в церкви она ходила. А вы наши ролики смотрите, как у нас сегодня причащались люди. Как ко кресту приходят, какой порядок тут, песнопение. Ну ладно, с Богом. С Богом. Храни тебя, Господь. Слава Богу.